Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу поделиться рецептом квашеной капусты. Капуста уже подготовлена, порезана, морковка на крупную терку потерта. Капуста была, значит, около 6 килограмм, 6 килограмм почти, и морковки почти килограмм, там 800 грамм. На это количество мы кладем 2 столовые ложки соли. Соли. И 2 столовые ложки сахара. И все перемешиваем. Вот перемешали мы хорошо капусту. С дна хорошо достаем, чтобы вся была равномерная. Вот такая она получилась у нас с морковкой. И теперь мы пробуем на вкус. Она должна быть как вот весенний салат, как салатик вы делаете весной и солите. Пусть она будет чуть-чуть не соленая. Лучше она пусть постоит немножечко там на денек больше. Берем банку и погружаем хорошо, трамбуем банку. Хорошо утрамбовываем. Ну, я вот так вот засыпаю. Можно рукой, можно, я, например, скалкой. Так, трамбую хорошо. Еще мусора, конечно, от нее. Ну, потом это все себя оправдывает. Вот так. И так мы заполняем полностью баночку. Вот мы заполнили банки. Получилось почти 2-3-литровые. Вот чуть-чуть меньше одна. Теперь мы прикрываем или же вот такими крышечками, чтобы можно жидкость выходила, или можно просто марлечкой. И ставим в какую-то емкость, потому что будет выбегать жидкость. Потом стоит оно где-то на столе, в кухне стоит 3 дня. И постоянно надо каждый день там несколько раз проштрекивать до самого дна, выходит горечь, чтобы выходила горечь. Это делать надо обязательно. И все. Капуста будет вкусная. Пробуйте. Хрустящая, очень вкусная. Приятного аппетита. До скорых встреч!